Вот она строится. Стройка века. Вот все ради этой газпромовской иглы. Самое высокое здание в Питере. Долго его согласовывали относительно того, можно нарушать архитектурный облик Петербурга или нет. Ну, в общем, заключили, что можно. Верно, развитие тоже нужно какое-то. Поэтому не будем критиковать. Вот там в дырку видно еще старые деревянные здания. А здесь, соответственно, у нас такая смена закончилась. Народ валит домой. Все в автобус и в дорогу. И рядышком такое возводится здание в виде корабля, выступающей палубы.